Никого нету. Историю вам мы хотим рассказать, как Вовка пожарным готовился стать. А чтобы беды от огня избежать, про безопасность нельзя забывать. Жил-был Вовка, школьник смелый, он в делах был неумелый, все кричал, и так сойдет. Дело все наоборот, захотелось Вовке знать, как пожарным можно стать. Что мне делать? Вот напасть! Как в пожарную попасть? У кого бы поучиться, правила все соблюдать? Похожу-ка я по свету, в сказках я найду ответы. Оказавшись на полянке, видит Вовка странный дом. На ногах стоит куриный и вращается кругом. Заходи скорей, милок, ты ко мне на огонек. Разведем с тобой на славу небольшой бы костерок. Зажигалка есть и спички. Помоги мне, милый мой, разводи костер побольше, чтоб погреться нам с тобой. Вот так да! У тебя тут грязновато. Спички всюду по углам. Ого-го! Зелье в колбочках клубится. И повсюду пыль да хлам. Зажигай огонь поярче, чтоб в избе нам стало жарче. Вовка спички взял неловко и огонь большой раздул. По потолку поднялось пламя. Вовка спрятался под стул. Ой, милок, чего наделал? Так и дом сгорит дотла. Потушить костер нам надо. Там в углу ведро, метла. И пока яга искала, где бы ей воды набрать, Вовка выбежал с порога и давай яге кричать. Эх, ты избушку не спасешь! И сама в ней пропадешь, из огня ты выползай! Жизнь свою, яга, спасай! Рядом в чаще много лет жил Кощей, яги сосед. Он электриком служил, с электричеством дружил. Это кто ко мне явился? Как же здесь ты очутился? Вовка я великий, славный, проще будущий пожарный. И по свету я скитаюсь, знаний нужных набираюсь. У Яги недавно был и пожар там потушил. И одно я понял точно, огнетушители нужны всем срочно. Что, Яга, в ее лесу никакого нет прогрессу. Я ж себе для интересу электричество провел, осветил им двор и стол. Так-так, приборы, однако, Кощея древнее. Исправить бы их нам, друзья, поскорее. Полезу отверткой, и вдруг... Ого-го! Дым и гром! Искры посыпались сразу кругом. Эх, что ни сказка, то беда. Или шел я не туда. И куда бы мне податься, знаний нужных, чтоб набраться? Эй, скорее к нам иди и друзей своих веди. Ты пожарным сможешь стать, сдать все правила на пять. Дым и огонь не к добру, так и знай. Взрослых на помощь скорее призывай. При этом нигде не прячься, учти, что от огня так непросто уйти. Мокрым шарфом нос и рот завяжи, к двери входной через дым поспеши. Пожарным ты в будущем можешь не стать, но правила должен ты все выполнять. Если пожар, 01 позвони, срочно пожарных, помогут они.